Компания ADA Instruments представляет лазерный нивелир ADA ARMA 3D. Комплект лазерного уровня поставляется в коробке из плотного гофрокартона с цветными фотографиями и краткими техническими характеристиками. В комплект входит лазерный уровень ADA ARMA 3D. Мягкая сумка-чехол с наплечным ремнем для переноски лазерного уровня и настенного крепления. Настенное крепление с магнитами. В нижней части крепления есть два отверстия с резьбой 1/4 и 5/8 дюйма для установки на штатив и прорези под стропы. Комплект батарей. Корпус лазерного уровня выполнен из прочного пластика с резиновыми вставками для защиты прибора при падении и от проникновения пыли и влаги внутрь уровня. С тыльной стороны прибора располагается батарейный отсек с плотной крышкой. В верхней части лазерного уровня находятся мембранные кнопки управления режимами работы. Кнопка выбора проецируемых лазерных плоскостей. Кнопка включения режима работы с приемником лазерных лучей. Включатель лазерного уровня совмещен с замком блокировки маятника. В нижней части лазерного уровня находится отверстие с резьбой 1/4 дюйма для крепления прибора на штативе или на стенном креплении и окно для лазерного отвеса. После включения и разблокировки маятника лазерный уровень быстро самовыравнивается. Мигание плоскостей сработает в случае невозможности выровнять компенсатор. Это означает, что лазерный уровень стоит на слишком сильно наклонной плоскости и хода компенсатора не хватает для самовыравнивания. ARMA 3D строит лазерные линии в трех плоскостях. Две линии вертикальной плоскости, пересекающиеся над головой, и одна линия в горизонтальной плоскости, образуя один лазерный крест перед нивелиром, а также точку отвеса, луч, направленный вертикально вниз. Точка пересечения вертикальных плоскостей позволяет разметить на потолке точку, соответствующую точке отвеса на полу с высокой точностью. Это позволит сэкономить время при проектировании, например, трубы дымохода, камина или лестницы. Нажимая кнопку режима работы, можно выбрать отображаемые лазерные плоскости. Отображение только горизонтальной или вертикальной плоскости позволит сэкономить ресурс источников питания и продлить время работы. Отключение сигнализации компенсатора дает возможность для разметки наклонных линий, например, при строительстве лестниц. Дополнительно может быть приобретен приемник лазерного излучения LR50, который позволит работать при ярком освещении и на больших расстояниях, когда лазерную линию практически не видно. В комплект лазерного уровня входит настенное крепление. С его помощью уровень можно закрепить на металлическом основании. Для крепления на немагнитном основании в креплении предусмотрены прорези для стропы. Резьба 5/8 и 1/4 дюйма на нижней части крепления позволяет разместить прибор на любом штативе. Лазерный уровень ADA ARMA 3D разработан специально для работы в тяжелых условиях стройплощадки и имеет противоударное исполнение. Он легко выдерживает легкие падения и удары, которые во время строительных работ не удается избежать. Также предусмотрена защита от проникновения внутрь пыли и влаги. После работы в пыльном помещении лазерный уровень достаточно протереть влажной салфеткой. Надежный, прочный, практичный и простой в управлении лазерный уровень ADA ARMA 3D обеспечивает быстрые и точные результаты при выполнении работ внутри и снаружи помещений.